у нас уже один клиент подключился, и мы прям счастливы, что появился такой продукт. Добрый день, дорогие друзья. В этот солнечный питерский день, честно говоря, я сама редко бываю в этом отеле, так как живу в этом городе и редко смотрю на город сверху. Сделаю такую небольшую ремарку, отвлеку всех, если кто не из Питера, то посмотреть на город с высоты можно у нас только с трех объектов. Это вот этот отель, где мы сейчас с вами находимся, Лахта-центр и Телебашня. Собственно, на два из объектов попасть нельзя просто так, поэтому насладимся видом. Еще есть прекрасный вид с колоннады Исаакиевского собора, но это гораздо ниже, и нельзя посмотреть все. Поэтому насладимся ясным небом и нашим делом. Что-то работать? Да. Меня зовут Романова Ольга, я работаю в компании Regru. Наша компания является хостинг-провайдером, регистратором доменных имен. Мы, собственно, сделали интернет в России, зона РУ-РФ, мы являемся лидерами. 85% доменов регистрируются с помощью нас. Мы занимаем лидирующие позиции в области хостинга и выпускаем некоторое количество сервисов для бизнеса. Одним из которых сервисов является сервис Reg Solutions и часть которого сервис Reg Hotel. Reg Hotel был у нас тестовым сервисом и запустился в апреле прошлого года внутри компании, после чего летом мы вышли на рынок. Собственно, Reg Hotel – это сервис для объектов абсолютно разного размера. Это идеальный сервис для монообъектов. Например, у вас есть объект одна квартира, одни апартаменты. У вас, допустим, яхта сдается. Или сдается какой-то сервис, который сдается посуточно, например. Соответственно, сервис Reg Hotel идеальный. Почему? Потому что без особых затрат временных и финансовых вы можете практически за сутки получить полностью готовый сайт и подключить на него все инструменты, в частности модули бронирования, модули оплаты и все, что к этому необходимо. Я немножечко расскажу, каким должен быть сайт отеля. Мне кажется, что каждый ательер или каждый владелец объектов где-то в глубине себя иногда или получив огромный опыт, знает, каким он должен быть. Но тем не менее, наша экспертная группа провела необходимые исследования по клиентскому пути, то есть как же идет клиент и что ему нужно для того, чтобы забронировать, что ему нужно для того, чтобы ознакомиться с вашим объектом и что ему нужно и как ему комфортно идти. Расскажу небольшую историю. Дело в том, что мы очень ценим наличие агрегационных площадок, скажу так, наверное. Почему? Потому что они сильно помогают сайту продвигаться. Но в то же самое время мы делали эксперимент. Один из наших клиентов, это монообъект, купил сайт. Мы, собственно, часто привлекаем экспертов, помогаем развиваться. И мы рассказали ему, что необходимо подключить необходимый объем каналов продаж. Он это сделал, и все классно. У него заработало, он говорит, отчета о прямых продаж сайта практически нет, основные продажи идут с площадок, я, пожалуй, сайт вырублю. Мы говорим, давайте попробуем. В общем, 2 недели он прожил без сайта, из которых у него осталось 10% от объема бронирования с площадок. Говорит, что-то я не понимаю, не понял вообще. Мы говорим, мы ему объясняем, посмотрите время посещения вашего сайта вашим клиентам и время бронирования. Они практически в несколько секунд совпадают. Соответственно, если у объекта бронирования нет никакой собственной площадки, где может приземлиться клиент, где он напрямую в каждый момент времени может с вами связаться, клиент часто теряет доверие и не бронирует даже в каналах продаж. Такое действительно есть. Потом мы попросили некоторых клиентов тоже сделать это, но чтобы убедиться, что эксперимент чистый. Они говорят, как же мы выручку потеряем, что шутите. Мы говорим, мы готовы компенсировать, нам нужно проверить. В общем, теория подтвердилась. Не может жить объекты полностью заполнены.
это могут, но в идеальных условиях не может он жить без сайта. Это все равно, что мы снимем с улиц название улиц, хотя у нас же есть карта, у нас есть Яндекс, зачем нам название домов на домах? Поверьте мне, ошибаться гораздо будут чаще и не будут приходить по адресу. Итак, основные блоки сайта. Собственно, главное меню можно набрать по необходимости. Когда-то мы говорили по желанию ательера или по желанию владельца объекта, но я могу вам сказать по необходимости. Оно не должно быть перегружено, и оно должно давать тот объем информации, который требуется для вашего объекта. Быстрый доступ к бронированию. Ирика, ваш запрос выполнен. Кстати, вот, 10 минут нам потребовалось, чтобы его сделать. Основные блоки сайта важны. Почему? Я не все блоки перечислю, а только те, без которых вообще жить невозможно. И на всем движении по сайту клиент будет иметь возможность забронировать ваш объект. Обязательно, если есть какие-то услуги, сервисы, они могут быть и не ваши. Они могут быть партнерские, а могут быть и ваши. Размещайте. Для этого есть два варианта отображения. Как с описанием этой услуги, так и какими-то значками. Потому что, ну, например, Wi-Fi, оплата картами, еще что-то, эти знаки понятны. А вот, например, классное кафе для завтрака на первом этаже, если вы разместите здесь ложку и чашку и скажете «кафе», ну, окей, кафе, оно не будет интересным. Блок с картой. Обращу внимание, что это очень важный момент для любого объекта. Как и для крупного отеля, который знают все. Поверьте мне, этот отель тоже размещен на карте, где мы сейчас находимся. Так и апартаменты. Если вы даже используете сайт для нескольких апартаментов, отмечайте обязательно необходимо свои объекты, и мы их размещаем на карте. Карта помогает клиенту 100% сделать выбор, что ему комфортен и удобен именно этот объект. Отзывы. Многие просят нас сделать отзывы, оторванные от агрегационных площадок, и чтобы его клиенты могли писать сами. Но мы пока что против. Мы делали небольшие эксперименты, поняли, что такие отзывы просто не работают. Они милые, их здорово читать, но ты вообще не понимаешь, как они сделаны, откуда они взялись. В общем-то, мы парсим отзывы только из открытых площадок. И в частности, если ваш объект ранее был на TripAdvisor, Booking имеет отзывы в Google, мы их тоже подтягиваем. То есть ваши отзывы и ваша работа не пропала зря. Галерея может представляться разными видами. Вот этот не очень удобный, есть в строчку, он листается, и хочу сказать, что фотографии являются самым сложным моментом для создания сайта. Почему? Потому что вам, как владельцу объекта, необходимо их предоставить нам. Это практически единственное, что мы не можем сделать. На сегодняшний момент мы не выезжаем на объект для того, чтобы его отснять. Поэтому, пожалуйста, поверьте в то, что ваш клиент выбирает глазами, и он может заходить раз 20, полистать ваши фотографии. Каталог номеров. Об этом хочу рассказать отдельно. Дело в том, что с некоторыми системами управления отелем мы интегрированы, например, с Биново. И если вы качественно заполняете модуль бронирования информацию о номере в Биново, а именно фото, описание, удобство, цену, и действительно управляете этим сервисом, то все, что обновляется в этой информационной системе, обновляется и на сайте. Соответственно, ваш сайт живой. То есть это не тот сайт, который вот что-то с ним случилось. Сегодня у меня есть эти номера, завтра нет. Вы закрыли номера для бронирования, номера могут не отображаться на сайте. Это работает именно так, а также для создания сайта, если вы пользуетесь, я, кстати, не продвигаю Биново на сегодняшний момент, вы не подумайте. Совершенно нет, абсолютно. Если вы пользователь, то ваш сайт оживет гораздо быстрее, ну, если, конечно, данные есть,
Мы их также заберем для сайта из этой информационной системы. С некоторыми информационными системами мы тоже интегрированы, но у них просто меньше возможностей по открытым API. Например, Travelline практически ничего не отдает. Это не потому, что я их не рекламирую, потому что у них такая политика. Я их тоже очень люблю. Еще нам задают вопросы относительно языковой поддержки. Я, наверное, вам не расскажу тайну, что сайт на другом языке, ну, то есть переключение языка, это второй сайт. Сколько у вас языков, столько создается сайтов. Там есть специальные тарифы, все очень легко решается. Ну, на английский мы без проблем проинтервьюируем какие-то известные языки, да. Но если ваши гости, например, из Индии, из Турции, то с этими языками в нашей компании немножко хуже, хотя тоже говорят, поэтому доверяем мы тому контенту, который вы прислали по тексту. Здесь я перечислила одни из популярных модулей бронирования, систем управления, которые пользуются ательеры, но это, конечно же, не все, и мы работаем с Контуром, с отелем МС, господи, я много кого не перечислила, не обижайтесь, пожалуйста. Видео и специальный баннер. Относительно видео хочу рассказать следующую картинку. Поверьте мне, вот такое видео, если мы, например, сейчас снимем вид на город, такое вот прям как отсюда, очень красивое видео, прямо супер. Размещайте, квадрокоптер приземляется на крышу того дома, где есть апартаменты, вообще никак не повлияет на объем бронирования. А скорее всего клиент либо не досмотрит это видео, либо уйдет с сайта. Очень высокая вероятность. Почему? Видео классное, тяжелое. Он шел на сайт не для того, чтобы посмотреть видео о Санкт-Петербурге, либо о каком-то другом городе, а выбрать себе место жительства. Он понимает, что в небе над городом он жить не будет. Он хочет кровать, стол, стул, то есть туда, куда он собирался, долго. Он с мобильного устройства не хочу. Все, он ушел. Поэтому сразу скажу, когда вы планируете размещать видео, не тратьте очень большой объем средств и времени на его съемку. Поймите, действительно ли это является ценностью для вашего объекта. Ну, наверное, если у вас прям вот такой вот вид с номера, то, наверное, да, видео стоит снять. Это действительно будет продающим видео. Во всех остальных случаях это видео радио-видео, но техническая возможность размещения есть. Относительно баннеров. Когда у вас есть какие-то акции, особые предложения, либо еще какие-то фишки, их можно классно размещать баннерами. Классно можно показывать расстояние до интересных объектов или до вашего объекта от каких-то важных мест для вашего гостя. Кто и как будет решать технические вопросы с вашим сайтом? Сколько вам потребуется сотрудников, маркетологов, технических специалистов, IT-специалистов и так далее? Я вам скажу, они вам могут и не пригодиться. Не потому что я говорю, что их нужно уволить, а потому что команда RegRu имеет в своем штате необходимое количество подготовленных специалистов в этом вопросе. От вас потребуется для того, чтобы ваш сайт появился. Заполните анкету, при этом мы ее делаем очень легкой и простой. Передать нам фотографии и подождать примерно сутки. Летом у нас появится вариант самообслуживания, веб-интерфейс, который вы сможете загружать. Посмотрим, будет ли удобнее так нашим клиентам. Но в большинстве случаев пока что им удобнее загружать в анкету, которая и есть. Сколько стоит? Дорого или дешево? Покупать, не покупать? Для каких объектов подходит? Признаюсь честно, у нас есть абсолютно разные объекты. Есть и крупные отели, где до сотни номеров, и есть единичные объекты, где, собственно, даже не квартира целиком, а просто комната. Есть движущиеся объекты. Так вот, мы посмотрели, делали исследование, вот сколько максимально за дешево можно получить сайт на этапе старта. Вы должны заплатить 17500 и гарантий никаких. Это прям вот там напишут название, две фотки, еще какие-то вещи. Будет так. У нас вы просто платите абонентскую плату,
Как за интернет? Я думаю, что дома каждый платит за интернет, а если вы объект размещения, то тем более платите за интернет абонентскую плату, знаете, сколько стоит. За сайт вы платите точно так же, как за интернет, ежемесячно. Либо можете заплатить за год, получить скидку, как это удобно. И, в общем-то, все, что вам могло бы быть необходимо для того, чтобы ваш сайт работал, мы делаем. При этом наша компания уже 17-й год на рынке, собирается еще расширяться, продвигаться. И это надежный сервис, который, ну, собственно, никуда никогда не исчезнет. Ну, если мы исчезнем, то интернета не будет, скажем так. Поэтому это невозможно. Большинство наших клиентов говорят: да, у меня есть сайт, но он устарел. Я вот его не знаю, как это делать. Человек, который делал, куда-то пропал. И, в общем-то, он просто есть, и все. Сайт был хороший. Что происходит с нашим сайтом? Дело в том, что технически возможность устареть сайту не представляется возможным вообще. Потому как платформа постоянно меняет кожу для сайта, и он сам живет. То есть мы даже без ваших каких-либо запросов, и по вашим запросам в том числе, смотря на новые веяния и движения ваших гостей, куда они как идут, меняем сайт. Конечно, на нем не изменится контент, цены, просто так. Но тем не менее, технический вид, возможности, они меняются. Соответственно, те, кто к нам подключились, например, на старте проекта, могут сегодня сказать, что их сайт прямо вырос, он прямо изменился. Мы храним несколько архивных вариантов сайтов. Я не взяла их продемонстрировать, но как-нибудь обязательно покажу. Что хочу сказать, что Рикотель — это один из сервисов Rec Solutions. Возможно, вы работаете с какими-то своими дополнительными бизнесами. Это, например, бьюти, это, например, кафе, это мероприятия и другие, собственно, возможности, которые можно решить с помощью Rec Solutions и сервиса Rikotel. Вот сервис Rec Solutions, он подходит точно так же для всех, как для сети крупных салонов, так и для мастеров, которые работают самостоятельно. Один мастер или два, независимо от того, какая у него форма оплаты и как это бывает. Мне можно задать вопросы, можно считать QR-код, можно получить скидку, можно найти наш телеграм-канал. И, в общем-то, я готова ответить на ваши вопросы, если они уже есть. Слушаю. Здравствуйте. Первый вопрос я к вашей коллеге, обратился из Бинова. Если у нас объект у Бинова, данные выгрузятся на ваш сайт автоматически, я правильно понимаю? Да. Вопрос тогда более сложный. Если делать сайт для нескольких объектов с двумя модулями бронирования, Travelite и Bynova, это реально или нереально? Мы на один сайт не можем выгрузить из двух модулей бронирования правильно, но поставить два модуля бронирования на разные объекты мы можем. Соответственно, Travelite не отдает в автоматическом режиме данные ни в каком формате. Но если только вы ему специально под этот сайт с ними заключите определенные договоры, они, конечно, отдадут, потому что техническая возможность у них есть. Бинова, да, отдаст, и мы их заберем и поставим на сайт. И они будут обновляться в режиме онлайн. Но смотрите, если у вас два объекта, и они разные, например, скажу такую рекомендацию, если у вас три квартиры, вы можете считать, что у вас объекты одинаковые, хоть они и находятся на разных местах. Им не требуется два различных модуля бронирования, потому что они управляются одинаково. Это как будто бы три номера в отеле. Но если у вас два объекта размещения, и оба из них являются отдельными гостиничными комплексами, неважно, комнаты вы сдаете, квартиры вы сдаете, но они разные, мы рекомендуем здесь не экономить, а сделать правильно. Вы берете основной сайт, который рассказывает о ваших
нескольких отелях, их неважно, 2, 3, 8, 10, они даже могут находиться в разных городах. И вот это доменное имя и этот сайт вы продвигаете. И каждая карточка объекта ведет на конкретный уже сайт вашего объекта, где ваш клиент находится. Вот под эту, на вашем главном сайте, что мы можем сделать и как это работает? Это практически кожа сайта сети отелей. Вы заходите в карточку, вы видите описание и кнопку «Бронировать». Он ушел на конкретное бронирование уже в конкретный отель. В то же самое время вы можете, все другие объекты, они также могут иметь индивидуальные сайты. И это правильно. Почему? Потому что если они не связаны между собой и, например, имеют продвижение, какая-то акция в конкретном объекте, чтобы не загонять лишний трафик на общий сайт, вы конкретно отель продвигаете. То есть смотрите, независимо от объема вашего объекта, мы рекомендуем делать два разных сайта под каждый объект и делать один общий сайт, на котором есть описание вашей сети. Это будет работать удобно и здорово. Там есть, сейчас спросите про цену, специальная тарификация, конечно. Конечно же. И еще раз скажу про модули бронирования. На каждом из сайтов будет размещен тот модуль бронирования, который есть, и под карточкой объекта будет размещен модуль бронирования каждого объекта. Ответила? Отлично, меня все устраивает. Заходите. Есть еще вопросы, коллеги? Да. Кто? Александр, у вас? Кто сказал да? Давайте. Я не очень сильна в технических вопросах, поэтому я на глупом не успокоюсь. Я правильно понимаю, что сайт? У меня сейчас есть там определенный фундамент, да, правильно? Я там полностью его закрываю, допустим, и перехожу к вам? Или как-то это интегрируется? Как-то? Давайте я расскажу. Прямо на пальцах расскажу. Неважно, какой сейчас сайт есть, мы разделим два понятия – контент сайта и имя, то есть ваш домен. Ваш домен лучше всего всегда сохранять максимально долго, то есть он у вас останется. Я надеюсь, что вы являетесь администратором и можете им распоряжаться. Если у вас контент сайта действительно неплохой, ну, допустим, были хорошие фотографии, то технически и платформа, на которой он сделал, можете ходать, мы их заберем, ну, чтобы вы не трудились два раза. Анкету вам придется все равно заполнить, потому как данные могут быть недостаточно корректными, неверными, чтобы все правильно было, и плюс анкеты технически заполняется сайт. После чего на технологическом домене мы вам отдаем ваш сайт, новый. Он живет параллельно с тем, который есть. Мы говорим, вот ваш новый сайт. Вы смотрите и говорите, ой, здорово, мне все нравится. Если ваш домен зарегистрирован в нашей компании, очень высокая вероятность, и мы понимаем, что вы являетесь администратором домена, то в целом мы сами перенесем новый сайт на ваш существующий домен. Если вдруг какое-то чудо, и окажется, что домен не зарегистрирован у нас, у вас будет два пути. Вы можете перенести его к нам, либо оставить там же, где он зарегистрирован, просто нужно будет изменить настройки, и мы пришлем инструкцию. Но, как правило, все переносят к нам, чтобы ничего не делать. Вот и все. Чтобы все работало, все было надежно. Вопрос еще. Давайте. Я же за него тоже плачу ежемесячно. За что вы платите ежемесячно? Не-не-не, смотрите, я отлистаю немножко назад. Объясняю. Разработка, хостинг. Хостинг – это то, что ваш сайт на каком-то, я по-простому скажу, на каком-то компьютере есть. Защита от атак. SSL-сертификат. Что такое SSL-сертификат? Это специальный сертификат, верифицирует, что вы действительно есть, а не некий объект, который не существует. Техническая поддержка – это все обновления, дополнения. В том, что все это работало,
вот в эту сумму. Вам не нужен ваш, вам не нужен ваш текущий сайт. Он в принципе не нужен. Если вы выбрали сервис Рекотель, то текущий сайт вам, ну, он не нужен. Он может прожить двое-трое суток после подписки, пока мы не забрали с него контент. Если он действительно там есть хоть какой-нибудь контент, он вам просто не нужен. Доменное имя, ну, я не знаю, господи, azimut.ru у вас остается, если оно ваше. Либо вы регистрируете новое. Регистрируется оно очень просто у нас. В зоне ру, как правило, не больше 200 рублей стоит регистрация в год. А продление может стоить от 500 до 1000 рублей в год. А почему доменное имя мы не включаем в сервис? Потому что некоторые клиенты хотят интересные доменные имена, наследуемые доменные имена, которые они иногда хотят продать. Вот. Поэтому мы разделили эти сервисы. Да, конечно, у нас есть сайты, которые на Realty календаре работают. Просто сам Realty календарь в автоматическом режиме данные не отдает. Мы не сможем их подгрузить на сайт. Но модуль бронирования Realty календаря, конечно же, да, мы ставим, и он, конечно же, работает. Если Realty календарь поддерживает эту техническую возможность для вас, то все возможно. Дело в том, что, смотрите, модуль бронирования для сайта отеля является корзиной покупки. Вот разъясню попроще. Например, если мы покупаем футболки, мы выбрали несколько футболок, написали «купить» или «поместить в корзину». Вот, модуль бронирования и является, он выставляет их в витрину, является корзиной. Если в корзине, то есть в модуле бронирования, который вы используете, есть техническая возможность платить с помощью того способа оплаты, который вы выбрали, то да, конечно. Если этой технической возможности нет, то есть другие варианты. У нас есть партнер Тинькофф, с которым можно быстро заключить договор, и вы будете отправлять ссылку на оплату своим клиентам. Наш менеджер проконсультирует, как это делается. Еще раз расскажу, что сайт 1500 рублей в месяц. Ну, кто сегодня умудрится подать заявку, получит скидку. Да. Можно визитку мою взять. Можно перейти на сайт, можно написать «Азимут», «Питер», «Сегодняшняя дата». В общем-то, любой идентификатор. Ну и сегодня, естественно, мы поймем, что это вы, либо зайти по промокоду. Ольга, я прошу прощения. Да-да-да. Можно мы попросим к вам потом подойти, всех, у кого вопросы остались? Вот последний вопрос. Давай, я, да, последний, хорошо. Я не исчезну. Ольга будет здесь подходить. Дорогие друзья, я здесь до самого окончания мероприятия. Если вдруг кому-то потребуется, я даже задержусь. Вот. Могу со всеми поделиться визитками. Могу, можете просто намекнуть мне, и я ее отдам. Вот. Все вопросы можно задать мне напрямую, можно задать в Телеграм, можно просто зайти на... Прости, пожалуйста, еще одну секундочку украду. По поводу общения. У нас на сайте есть такая классная штука, не вижу этого слайда, не вижу, ну, бог с ним, со слайдом. На сайте есть классная штука, это чат. Что это такое за чат? Это чат с вашими клиентами, который прилетает к вам в Telegram. И в целом этот чат предоставляется владельцам сервиса бесплатно, но можно его и отдельно приобрести. Что вы можете увидеть? Вы можете, в принципе, сейчас зайти на наш сайт, пописать туда и понять, как это работает. Это очень удобно, и мы обратили внимание, что у ательеров и у ваших гостей это пользуется популярностью. И это круче, чем просто кнопка «Задать вопрос», «Оставить контакты», и там что-то мертвое когда-нибудь мне ответит. Чат живой, и вы можете всегда следить, если не вы лично отвечаете за вашими коллегами, которые отвечают в чат, и в любой момент можете перехватить общение, если это потребуется.
Все, спасибо большое. Спасибо огромное. Помимо жизни, я хочу. Просто людям сложно поверить, что можно за сайт 1500 рублей заплатить.